Искусственный газон стадиона «Старт» в день завода стал местом встречи футбольных команд двух площадок – ВСМПО и «Ависмы». Уже в четвертый раз на спортивной площадке встречались руководители корпорации. Три предыдущие встречи выигрывала команда ВСМПО. Возможно, на результатах сказываются различные условия тренировок. Нет площадки у нас, да, нам тренироваться негде. У нас ее просто продали, сейчас там будет магазин. Вот и все. Настолько ухудшение идет, да. Тут мы, конечно, завидуем, тут сказочное поле. Свисток дает старт игре. Футболисты обеих команд начинают бодро. Борьба идет за преимущество в центре поля. Благодаря усилиям главы Верхнесалдинского округа Алексея Забродина и директора по правовым вопросам корпорации Артема Кисличенко, игроки ВСМПО начинают доминировать. Как результат, опасные атаки с ударами по воротам «Ависмы». Матч был интересный. Жалко, что не забили в первом тайме. Был хороший момент у Алексея Забродина, когда бил в дальний угол, но не попал, к сожалению. Второй тайм начался с атак команды ВСМПО. Наши футболисты заперли соперника на его половине поля и не давали свободно дышать. По воротам били Алексей Забродин, Артем Кисличенко, Дмитрий Борихин, заместитель начальника отдела номер 13. Из выгоднейшей позиции бил Игорь Сакулин, заместитель директора по снабжению, но мяч не шел в ворота. Основное время матча закончилось со счетом 0-0. Игра была достаточно равная, хотя, в принципе, по игре преимущество, конечно, было территориальное, но в футболе побеждает только тот, кто голы забивает. Итак, судьба матча решалась в серии 11-метровых ударов. Вся надежда на голкиперов. Ворота ВСМПО защищает Дмитрий Плаксин, заместитель начальника цеха номер 15. У «Ависмы» Алексей Безруков, заместитель начальника цеха номер 77. И наши футболисты, и соперники забивают пенальти. Серия продолжается до первого незабитого мяча. Березняковец Дмитрий Зюзюкин наносит мощнейший удар. Мяч летит прямо по центру, но наш голкипер выручает команду. К мячу подходит Игорь Сакулин, команда ВСМПО. Если он забивает, то наши выигрывают. Удар под перекладину, Безруков бессилен. Счет 6-5, команда ВСМПО побеждает. Впечатление очень положительное. Игра была очень, на мой взгляд, зрелищная. Мы порадовали зрителей и сами получили удовлетворение от игры. Побеждать всегда приятно. Но нам немножко больше повезло сегодня. Торжественная церемония награждения. Все игроки получают медали, а команда ВСМПО еще и Кубок победителей. Традиционное общее фото, и обе команды с хорошим настроением уходят с поля. Ну, у вас команда очень сильная, мобильная. Очень сложно было. Гости из Березняков не только зарядились энергией в этом матче, но и получили массу позитивных эмоций, прогуливаясь по улицам Верхней Салды. Постоянно, когда приезжаю в Верхнюю Салду, постоянно беру что-то у вас в магазине, продукцию завода ВСМПО «Ависм». Продукция очень качественная, легкая, удобная, нравится моей семье. Вот я не изменяю традиции, поэтому я сегодня опять зашел в магазин этот фирменный, купил лопаточки, две титановые, для сада, для огорода. Закончив матч, руководители завода поздравили с днем рождения ВСМПО заводчан. Побольше заниматься физкультурой, именно она приносит здоровье, а не спорт. Поэтому занимайтесь физкультурой, ну и счастья всем и удачи.